Будем мы делаем настоящего гомункула. Что, смотрите, она начинает выливаться. Просто же с тебя укусил гомункул. Настя, гляньте, что происходит. Настя, что с тобой? О, господи. Скорее всего, это мое последнее видео. Чё творим, бро? Меня зовут Саркионис, и, бро, вы не поверите, сегодня у нас просто жесткое видео, потому что сегодня мы делаем настоящего гомункула, и не просто какого-то гомункула, который вы обычно знаете. Сегодня мы еще весь сюда добавим зелье зомби, только вдумайтесь в это, банда, это будет такая жесть. И также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! Да, бандиты, вам ни капли не послышалось, мы реально сегодня делаем гомункула, это жесть, банда. Если честно, я все еще в это не верю. Еще 3 года назад по интернету ходил такой вирусный ролик, где некий Корни из канала «Как сделать дело настоящего гомункула» и семья мужчины настоящего куриного яйца. Это жесть, банда. Я все еще в это не могу поверить, что у него тогда реально получилось какое-то неизведанное существо. И сегодня же, банда, я хочу это проверить, и не просто проверить, а еще добавить туда зелье зомби. Тогда у нас будет зомби-гомункул. Это просто жесть, банда. Я уже скорее хочу это сделать. Эй, бро, давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков, и тогда я сделаю новый гомункул с другими зельями. То есть даже зелье вампира, зелье оборотня. Только давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков. И также, бро, подписывайся на мой канал, чтобы быть моей Supreme банде. Ведь перед нами Supreme банда будет над всеми. Ведь, бро, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, про тебе же не нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, и тогда ты будешь самой сильной банде на ютубе. А тем временем, банда, мы начинаем делать гомункула. Погнали! Окей, Supreme банда, и вам не послышалось, мы реально сегодня делаем гомункула. Господи, мне прям все еще в это не верится. Ты еще не простого гомункула и зельем зомби, это жесть, банда. Просто гляньте, вот это зелье, банда, черт. Я думаю, помните, как мы его пили, что тогда было? Я просто реально потерял голову. Окей, банда, также помимо этого зелья, нам еще нужно вот эти вот 2 шприца. И с мужским семьем, естественно, мы его купили. Дали бы, сколько оно стоит. Тем не менее, банда, у нас тут 2 шприца, которые мы обязательно должны влить 2 разных яйца. И тогда пойди, у нас должно быть целых 2 гомункула. Кстати, одно здесь мое, а другое Настя, ты бы какой выбрала? Я левый. Окей, значит, мой будет правый, банда. Напишите в комментариях, какой бы вы выбрали. Тем не менее, банда, вот яйца, которые у нас есть. Черт возьми, это просто жесть, гляньте. Здесь реально настоящее куриное яйцо, вы это видите? Обычное сельское яйцо. Именно в эти яйца мы будем носить мужское семя, банда. Черт возьми, мне все еще в это не верится. Я реально делаю эксперимент с гомункулом, это просто жесть. Тем не менее, банда, нам нужно сделать маленькую, максимально маленькую дырочку. После чего туда ввести вот эту вот жидкость. Еще мы сюда берем зелье зомби. И посмотрим, что будет тогда, банда. Надеюсь, вы готовы. Я реально сейчас буду носить зелье зомби в этот шприц. Черт, просто посмотрите на это, Supreme банда, вы это видите? О, господи, окей, думаю, это будет достаточно. Гляньте, семя смешалось с зельем зомби. Это просто жесть, теперь здесь ребенок зомби, банда, только вдумайтесь в это. Окей, тем не менее, давайте теперь то же самое сделаем с другим шприцом. То есть, Supreme банда, в этот шприц мы то же самое добавляем зелье зомби, просто гляньте. Это реально жестко выглядит, Supreme банда, мне все еще в это не верится. Окей, пойди, теперь нам зелье больше не понадобится. Тем не менее, мы начинаем делать гомункула. Давайте, наверное, попробуем просто пробить вот так вот яйцо. Возможно, у нас получится, банда, готовы? На счет 3, 1, 2, 3. О, черт, я волнуюсь. О, господи, гляньте, она вошла, вы это видите, черт. Окей, теперь давайте сюда несем нашу жидкость. О, господи, гляньте. Я реально там нечего, смотрите, она начинает выливаться. О, господи, окей, аккуратно, Supreme банда, аккуратно, максимально аккуратно это делаем. Господи, это реально жестко. Этот эксперимент, он реально стрёмный, Supreme банда. Черт возьми, гляньте, оно реально потекло. Быстрее берем пластырь. Окей, банда, сделаем вот так вот, просто гляньте, мы реально сделали это яйцо. Теперь давайте его еще немного вытрем. Господи, это просто жесть, гляньте, мы делаем реального гомункула. Теперь это уже почти на 100% похоже на настоящего гомункула, черт возьми. Окей, одно яйцо готово, следующее теперь сделает Настя. Окей, Настя, надеюсь, ты готова, ты готова? Да, я готова. О, черт, окей, тогда бери любое яйцо на твой выбор. Окей, хороший выбор, то есть то, что я отклал. Окей, вот ваш шприц, бери его скорее, начинай уже внести туда жидкость. Черт, просто посмотрите, вы это видите, Supreme банда, она реально это делает. О, господи, банда, мне, если честно, все еще в это не верится, мы реально делаем настоящего гомункула. Господи, окей, Настя уже немного потирает яйцо. Окей, банда, Настя уже начинает заклеивать яйцо, просто посмотрите, черт. Это реально так мистически выглядит. Господи, Supreme банда, просто посмотрите, 2 гомункула, 2 заготовки для гомункула. Если честно, в таком сейчас шоке, банда, что мы реально это делаем. Окей, банда, теперь эти 2 яйца нам нужно поместить какое-то темное помещение, в очень темное помещение. Именно поэтому я эти 2 яйца обмотаю полностью вот так вот как-то полотенцами. Окей, теперь нам нужно это куда-то спрятать. Давайте его положим в шкаф, там реально очень темно. Надеюсь, здесь у нас есть специальный шкафчик, мы сейчас его сюда положим, вот так вот, пусть здесь лежит. Еще плюс одеяло вот так вот немного накроем. Надеюсь, они там не треснут, банда. Окей, смотрите, я просто их закрываю, все. Теперь просто там лежит они хотя бы как минимум 10 дней. После чего мы возьмем их, разобьем и посмотрим, что будет тогда. Тем временем, банда, мы ждем 10 дней, смотрим на наших гомункулов. Надеюсь, вы будете готовы к тому, что увидите.
Окей, Суприм Бонда, прошло уже 10 дней, мне просто жесть, как интересно, что же там происходит в том шкафчике. Окей, Бандиты, надеюсь, вы готовы. Черт возьми, посмотрите, оно все еще здесь. О, господи, гляньте, одеяло все еще здесь. Я просто в шоке, Бонда, мне все еще в этом все не верится, где оно там? О, черт, гляньте, вот это полотенце, черт, Суприм Бонда, это просто жесть. Вы это видите, у меня тут реально настоящие гомункулы. Мне же интересно поскорее его открыть и посмотреть, что там. Окей, Насилу, что ты готова? Да, готова. Это просто жесть, господи, давай уже открой, посмотрим. Окей, Бандиты, на ваших глазах, посмотрите. У нас тут оба яйца, вы это видите, черт возьми. Они почти оба нормальные, только гляньте, здесь немного что-то потекло. Хотя, ну, в принципе, так-то более целое. На всякий случай я взял еще перчатки, чтобы если вдруг что, ничего плохого не произошло. А то гомункул, который может жить в этом яйце, может меня или как-то укусить или пустить свою кислоту. А мне этого тоже не нужно, Бонда, именно поэтому я буду использовать перчатки. О, я сейчас возьму фонарик, попробую просветить эти яйца, мы посмотрим, есть ли что-то живое. Окей, Бандиты, вот фонарь, я сейчас попробую просветить эти яйца, мы посмотрим, есть ли что-то живое. Лезет какой-то зародок, вы готовы? Окей, Наси, смотри, а без докамерного света что-то видно? Вроде бы да. О, господи, там реально что-то есть? Да, вроде бы да. О, черт, Суприм Бонда, это просто жесть. Окей, давайте возьмем теперь еще второе яйцо. Не знаю, в этом ничего не вижу. Да ладно, оно полностью пустое или что? Я не знаю, не видно. О, господи, Бонда, это просто жесть. Черт возьми, мне все еще в это все не верится. Мы реально делаем гомункула. Окей, Бандиты, мы практически проверили, что почти в обоих яйцах есть зародок. Вот в этом есть, а в этом нету, к сожалению. Тем не менее, мне кажется, что именно в этом одном яйце может быть настоящий гомункул, Бонда. То есть у нас все-таки получилось какого-то семя сделать гомункула. Точнее, зомби-гомункул. Бонда. Окей, давайте возьмем хоть какую-то кастрюлю, потому что нужно их куда-то выбить. Давайте разберем первое яйцо. Наверное, давайте возьмем вот это яйцо, которое показалось более пустым. Готовы? Господи, окей. О, черт. Да, в принципе, понятно, здесь ничего и не было, видите? Только белая жидкость, посмотрите. Окей, Суприм Бонда, теперь вот это яйцо, на которое я больше всего полагаю. Надеюсь, что именно в этом яйце есть гомункул. Надеюсь, вы готовы, Бонда. Окей, возьмем ножом на этот раз. О, черт, это просто жесть, Суприм Бонда, господи. Бонда! О, черт, Настя, ты это видишь? О, что черт, это? Возьми, я сам не знаю, что это такое. Ты это видишь, что очень похоже на гомункула. О, господи, окей, вот щипцы, давай пробью как-то, наверное, поднять. Это просто жесть, я в шоке, Суприм Бонда. Окей, что у нас здесь? Черт, посмотри, как оно выглядит. Эй, оно вообще живое или нет? Это просто жесть, Суприм Бонда, я в шоке. Господи, что это такое? Вы это видите, Суприм Бонда, что это вообще такое? Это очень похоже на гомункула, черт. Господи, окей, не хочу даже больше трогать. Просто посмотрите, оно вообще живое или нет? Оно жесть, как стрёмно выглядит, Суприм Бонда. Пробую вытащить. О, господи, какой же он стрёмный. Вы это видите, нас, это жесть. О, черт, гляньте. Он просто там лежит, вы это видите? О, господи, это жесть, Суприм Бонда. Я просто в таком сейчас шоке, черт. Эй, ты кого? О, черт, ты видела это? Он живой. Да, Андрю. О, черт, ты видела? Да. Он, Суприм Бонда называет живой гомункул, вы это видите? Господи, я не хочу его трогать, мне просто жесть, как страшно, Настя. Это мне очень страшно. Глянь, он двигается. Это просто жесть, ты это видишь? О, черт. О, господи, черт, зря на живой гомункул из того яйца у нас получилось это сделать. Это просто жесть, Бонда, просто посмотрите на это. Что это вообще за существо, вы это видите? Это просто жесть. Черт возьми, что это такое? Оно даже ни на что живое не похоже. Как оно вообще двигалось? Оно как будто вверх ногами двигалось. Интересно, ты его урод или что? Черт, а что насчет зелья зомби, Настя? Возможно, в нем есть какие-то частички зомби. Даже если он двигался как зомби, Настя. Да. О, черт, возможно, он уже есть зомби, Настя, не хочешь его в руку взять? Не знаю, ну давай я попробую. Да, конечно, попробуй. О, господи, Настя, ну что, как тебе? Он хорошенький, такой милый. А, да, он реально прикольный, только будь аккуратнее, Настя, может просить. Что такое, Настя? Что случилось? Эй, господи, Настя, скорее покажи, что там? Черт, это просто жесть, тебя укусил гомункул. Суприм Бонда, мы это видели, раньше никогда такого не видел. Господи, я верю, Настя, это просто жесть. Глянь, сколько крови, еще никогда раньше такого не видел. Я в шоке, Бонда, наш гомункул реально укусил Настю. Вы это видели? Погоди, а где гомункул, Настя? Он же был у тебя в руках. Черт, он куда-то убежал, Суприм Бонда, вы в это верите? О, черт, Настя, это поражение. А что, если мы теперь все станем зомби, Бонда, это ужасно. Господи, Настя, ты просто его отпустила. Где он вообще может деться? Мы реально потеряли гомункул, из реально проблемы. А где-то здесь, но где, я не знаю, Настя. О, черт, нет, Настя, что с тобой? О, господи, нет, только не это, ну уж очнись. Пожалуйста. Только не это, черт! Оно реально превращается в зомби! Я укусил гомункул зомби, вы это видите? Эй, Настя, успокойся! Пожалуйста, это же я! Черт возьми, что происходит? Вы это видите, Суприм Бонда? О, господи, нет, только не это! О, черт! Посмотрите, оно реально превращается в зомби, вы это видите? Это просто жесть, Суприм Бонда, я в ловушке! Черт, нужно выйти отсюда! Эй, Настя, пожалуйста, я же знаю, ты меня слышишь, успокойся! О, черт, нет, только не это! Господи, это просто жесть, Суприм Бонда, вы это видели? Она реально превращилась в зомби! Я в шоке, Бонда, раньше никогда такого не видел! Просто укусил гомункул, она превратилась в зомби, вы это видели? О, черт, Суприм Бонда, это ужасно! Господи, посмотрите! О, черт, это же Настя!
Гляньте, что происходит! Господи, здесь кровь, это, видите, она реально превращается в зомби! Это зеленая кровь, банда! Господи, окей, по идее, по той стороны должно быть свободно, но реально как у зомби идет кровь с рота! Мы это видели, это просто шесть, банда! Но, тем не менее, нужно скорее уходить, это ужасно! Господи, это просто шесть, банда! Окей, вроде бы здесь никто не видно. О, господи, банда, не знаю, как вам, но мне реально стрёмно, мы это видели! Нужно быстрее убегать, банда, шкафу, в шкафу! А чё, это просто жесть! Она реально толпы, это слышали! О, господи, окей, быстрее сюда, банда! Чёрт, это просто жесть, смотри, банда, мне прям это не верится, и реально укусил гамунку, она превратилась в зомби! Я никогда раньше такого не видел! Я даже поверить такое не мог, банда! О, господи, господи, банда, я что-то слышу! Чёрт, только мне это, пожалуйста, не пить! Черт, уже не смешно, мастер, успокойся, пожалуйста. Гляньте, какая она бешеная, она реально зомби. О, черт, нет, только не эта банда. Это просто жесть, это реально бешеная, посмотрите. О, господи, что у меня происходит? Это реально страшно. Нет, пожалуйста, остальность, это не смешно. О, господи, посмотрите, она куда-то ушла, супер банда. Это просто жесть. О, черт, только не эта банда. Она меня укусила. Контроль, я не знаю, что делать, это просто жесть. Все просто ужасно, банда, гомункул укусил Настя меня. И что теперь будет? Черт, заприбан, это просто ужасно. Мне реально укус зомби, скорее всего, вот это мое последнее видео. О, господи, банда, это просто жесть. Мне кажется, я слышу Настю, она снова где-то в этом коридоре. О, господи, банда, еще этого не готова, что сейчас опять начну сюда ломиться. Окей, тем не менее, банда, давайте посмотрим, что у нас здесь. Черт, эй, Настя, что с тобой? О, господи, что с тобой, Настя? О, черт, это просто жесть, ты выплевала что-то. Черт, ты блевала чем-то зеленым. Настя, эй, ты здесь? Господи, ты приходишь уже в себя. Черт, ты выплевала гомункул, он был в тебе. Получается, он как-то влез тебе через твою рану. О, господи, эй, Настя, ты здесь? Черт, это просто жесть, супрепанда, я в шоке. Видишь, что происходит? Получается, Настя не было зомби. Видите, или просто шил гомункул. Получается, это он все сделал. Это просто жесть, эй, Настя, ты как? О, черт, я верю, конечно, выплевать гомункул, что-то зеленое. Это просто жесть, мне все еще в это все не верится. Окей, супрепанда, ты реально ужасный, видите? Это Настя меня укусила. Получается, я не стану зомби, получается, Настя меня просто укусила, потому что ее теле был гомункул. Но, банда, наши раны, это просто жесть, у меня укус у Насти на руке, рана, покажи. Господи, просто посмотрите, какая же она стрёмная на щеке. О, черт, это реально ужасно, банда, вы это видите, там реально настоящая рана. Я не знаю, как он ее управлял, банда, но это реально жесть, просто посмотрите. Даже на стекле все еще осталась кровь. Окей, супрепады, вы знаете, действительно, так мы делаем нового гомункла с новыми зельями из Даркнета. Думаю, это будет очень интересно. Именно поэтому будет допускать, иди, жми лайк и пиши в комментариях, какое бы новое зелье ты хотел. И пропомни одно, оставайся такими шикарными. Пока!